Один из самых массовых и колоритных танцевальных турниров Кубок губернатора по танцевальному спорту Омская область принимала в 10-й раз. Впервые фестиваль проходил на территории омского велотрека. За 2 дня здесь выступило более 1000 пар. Половина представляли омский регион. Хорошо, что в Омске проходят такие мероприятия, потому что они собирают сильнейших танцоров. Вот. И эти мероприятия проходят с привлечением начинающих танцоров. И здесь на самом деле происходит, наверное, передача опыта от лучших танцевальных пар начинающим. Мы приобщаем детей к спорту, мы показываем им лучшие образцы танцевального искусства. Поддержала идею проведения международного турнира и региональное министерство спорта. Я считаю, что вот то, что мы предложили федерации провести первый раз именно в велотреке, и вот как Вячеслав Юрьевич Синюгин сказал в своем приветственном слове, что мы сюда наполняем новые и новые виды спорта заводим, это очень знаково, что вот танцевальный один из первых, который откликнулся на наше предложение, они его поддержали активно. В этом году соревнования получились особенно яркими. На омский паркет нового спортивного комплекса не раз вступали таланты различного возраста и уровня подготовки. Среди них и те, кто входит в топ-30 лучших пар мира. Танцуется хорошо, паркет прекрасный, атмосфера суперская, мне очень нравится. Мы в паре уже 8 лет стоим. Все хорошо, выступаем за границей, прекрасные результаты. Мы танцевали всего лишь один раз, но я очень довольна, как я танцевала. Очень хороший паркет, очень публика хорошая, да и судьи вроде бы очень замечательные. Извечный вопрос, что все-таки важнее, победа или участие, заставил задуматься не только начинающих танцоров, но и титулованных гостей из Италии, которые, как никто, знают толк в танцевальном искусстве. Конечно, для нас приятно быть частью этого потрясающего события. И не важно, где мы выступаем, в Омске или в Италии, но быть первыми – это то, к чему мы также стремимся и делаем все для этого. В Италии я уже почти 2 года. Вот, до этого танцевала с другим партнером, но вместе мы станцевали только 3 турнира, и мы уже являемся финалистами чемпионата Италии. И находимся в национальной сборной Италии. Вопрос, конечно, сложный, но больше, конечно, нравится, конечно, побеждать, но все равно танцы, я люблю именно танцевать. Отметим, что спортивные мероприятия этого года, которые проходят на территории Омской области, приурочены ко Дню Великой Победы. Участники и организаторы соревнований всегда рады приветствовать почетных гостей – ветеранов Великой Отечественной войны.